На цокольном этаже у нас будет везде цементная штукатурка, кроме потолка. Потолок мы сейчас видим замаячен, и на потолке мы используем влагостойкую гипсовую смесь. Также установлены везде уголки, все поверхности прогрунтованы, и вот часть стен у нас уже готова. Потолки тоже уже частично сделаны. И здесь есть одно интересное помещение, называется оно винохранилище. Давайте глянем. Здесь также уже готовы потолки. Все это тоже полукруглое. Вот сейчас видно, мастер как раз выполняет глянцевание потолка. Доделаем цокольный этаж и вернемся, посмотрим.